Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня на обзоре у нас Avondale 2003 года выпуска караван. 4-5-местный с французской кроватью. Привезен он из Великобритании. И цена его 532 тысячи рублей. 560-я модель. Это длина внутреннего убранства плюс все свесы вместе с дышлом. Будет до 7 метров. По ширине 2,20 данная модель. Чистенький, аккуратный. Без подкрасов, без ремонтов. Все одного цвета. Цвет его темные сливки каравана. Забирался у собственника. Полностью укомплектован. Полноценная палатка в комплекте идет. Клиренс. Не сказал бы ни низкий, ни высокий. Хороший клиренс. Такая золотая середина. Ну, конечно, по нему сейчас все посмотрим. Техосмотры все имеются на караван. Все обработано. У хозяина видно, что давным-давно было Avondale. Наклеечка сохранилась в стеклопакетике. Все одинаковые, без замен. И номер на стеклопакетах пронумерован. По низам нигде нет ни трещин, ничего. Такой очень хороший караван, чистый сам по себе. Пластики все на месте. Алковская система тормозов со стабилизатором. Как правило, газовый баллон идет у данной модели сбоку. Здесь все как лежали аксессуары, так и лежат. Здесь накладочки под лапы запасные, две штучки лежат. Все мелочи, все полностью оставили. Все трубки у хозяина, подкаты. Конечно, приятно, когда такие караваны покупаешь, что все у хозяина оставляет. Можно закладные сбоку, сигнализация есть еще в караване. Все закладные сбоку, с одного, со второго смотреть. Если даже доску, тут все идеально. Полностью по каравану. Конечно, такой приятный. И, конечно, выше уже не прыгнешь, то, что французская кровать. Также и здесь нету никаких потертостей по уголочкам. Вот видно, что обрабатывалось все на техосмотрах. Стыковочный шов все идеально. Грибок на месте. Наклеечки свои, все присутствуют на караване. Причем палатка есть, и даже нету, чтобы были побитости от палатки на корпусе. Действительно, хозяин очень аккуратно ездил. Этот форт на 10 литров стоит. Канистра в туалете, как полагается. Глухой стеклопакет идет. Если даже по низам смотреть, нету потертости, побитости. Извиняюсь, что повторяюсь. Тут нам ничего не придумать на ролик. То, что как есть, так и говорим уже. Слова паразиты, ну, конечно, они есть. Хивли у нас колеса 13 на 13 цешечка стоят. Резина в отличном состоянии. 14 год выпуск. Первая неделя. Видно, что вот тут все обрабатывалось, ничего не убирали. Смысл этого убирания, потому что каждый для себя дополнительно надо. Масса данного каравана 100 тонн полную. Это газ в палатку. Здесь USB-выходы у хозяина были. Поставлено место под аккумулятор. Все так, все отлично. Сзади как раз посмотрим. Глухое сзади стекло, то что французская кровать, по фарам нигде не будет как-то потерть, побитости ничего нет. Наши ребята, конечно, сзади точно вся информация по наличию, там заходите, смотрите, там будет все понятно. Снизу это вот специфика данной модели. Часто спрашивают, когда Avondale
делаем обзоры, что это фанера. Двухслойная здесь фанера идет, два слоя. Колесо, запаска снизу, она не обработана. Это стандартная фанера для этой модели. Для всех, скорее всего, Avondale. То есть даже если кто купит, кому интересно, он может сам взять, сделать антикор, антенна на месте, и все обработать под себя. Бойлер на 10 литров стоит. Здесь уже насосная станция идет. Вся в рабочем состоянии, потому что все мы проверяли. Стеклопакеты. ВИН-номер находится у нас под рамой с правой стороны. Кому интересно, рама идет усиленная. Арочки. Все отлично. Вот они, хифли, все одинаковые колеса. Состояние балки отличное. Ну, рама тут вообще везде без нареканий. Такая стоящая игрушка. Газовый баллон стоит сбоку. Палатку мы сразу же убрали под французскую кровать. Здесь полноценная палатка лежит. Она уже в комплекте. Никто не убирает их. Все у нас, все остается в кармане, что было. Ключ под лапы. Ступенька, само собой, все это в комплекте. Вот такая здесь шикарная планировка, по которой уже выше не прыгнешь. Ну и сразу начнем. Вот, нигде не порвано ничего. Отделка боковых стен вот идет, как и сам шпон. Сама мебель. Уголочки, если все смотреть. Все идут тютелька в тютельку. Потолок штатный свой идет. Ну, по мебели. По верху, по низу. Я люблю, когда покупаю караваны, смотреть снизу. Сразу понятно, плавал, не плавал, даже если уголки все смотреть, и будет все понятно. Здесь вода, мебель, понятно, что будет спущена. Дальше кровать. Стол идет в комплекте. Здесь дополнительно можно разложить. Также еще стол. Здесь штатный свой идет. Диваны по размеру 1,80 м длина. И по ширине будет на 1,90 м. Тумбочка, она тоже съемная. Если кому интересно, можно ее будет убрать. Тоже кто, наверное, купит. Как уже удобно будет. Все уголочки можно залезать, смотреть везде. Везде будет все твердое, все крепкое по каравану. Конечно, и диваны такие приятные. Музыка Пионер стоит. Блок управления. Везде уголки. Можно смотреть, все крепко. Передки тоже, само собой, мы их в первую очередь, когда покупаем, все смотрим. Можно щелкать под диванами. Все чисто, аккуратно. Действительно, такие стоящие игрушки покупаем. Но это все равно бюджетные деньги, на мой взгляд. Такая золотая середина. Ну, столешница, все как новое. У нас уже электролюкс. Свежий стоит, большой дометик, морозилка, газ, электро. По мне сложилось, что им действительно мало этим караваном пользовались. Стекло на плиту есть, она как новая. Видно, что очень мало, даже по износу. То есть вот резина 14 года, она здесь стоит практически как новая. Полы все крепкие. Как специфика, что запасочка у нас стоит, находится снизу. Вот толщина, больше миллиметра, это один слой, больше сантиметра. И также там еще второй слой. То есть под себя, если кому-то интересно, сам возьмет, обработает. Раздувы по салону все стоят. Здесь также стойка под телевизор идет. И, конечно же, вот она, французская кровать.
очень удобная. Посмотрим. Действительно, глаз радуется. Вот она. Ничего не побито. Все уголочки. Можно везде залезть. Все просмотреть. Также вторая часть точно так же открывается. Не знаю, что шкафчики откроем. Посмотрим следов подтеков. Чтобы не было. Ну, мы очень тщательно проверяем караваны при покупке. И стараемся очень хорошие вещи привозить. Так. Дальше у нас туалет, этот форзик, душик, что и даже пленка своя еще штатная, еще на месте. Уголки все, все отлично. Умывальничек у нас стоит холодный, горячий. Здесь бойлер стоит на 10 литров в данном караване. Здесь под мебель, под вещи, также дополнительный ящик. Плюс, конечно, зона вся закрывается. Все отлично. Документы на караван все имеются. Все техосмотры. Все на месте, все лежит. Приматик стоит. Газ, электро. По корпусу нигде он не побит. Даже если вот люблю заглядывать панель, здесь она как новая. Вот, так что караван в наличии, ребят, находится в городе Пскове по адресу улицы Николая Васильева, 82А. Выбор караванов шикарный на любой вкус. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем пока, до скорых встреч!